В Сибирском клиническом центре ФМБА России впервые в своей истории осуществили операцию по пересадке почки. К этому готовились более года. Сейчас центру выделены квоты на две таких операции в этом году. Это пока еще экспериментальный режим. Как надеются в клиническом центре, в следующем году из федерации будет профинансировано вдвое больше операций по трансплантологии. Стоит отметить, что пересаживать почки в Красноярске начали более 2 лет назад в краевой больнице. А это значит, что у пациентов, которые могут получать такую высокотехнологичную помощь, в Красноярском крае станет больше. Более того, в Сибирском клиническом центре надеются начать трансплантологию печени, чего пока еще никто не делает в нашем регионе. Мы думаем, что в 2017 году мы сможем осуществить первую трансплантацию печени на своей базе. Мы уже начали по этому подготовку специалистов, готовим материальную базу для этого. Мы уже получили одобрение наших московских коллег системы ФМБА на эту программу.